Так, всем привет, с вами снова Виталий Нибол. Сегодня будет интересная инструкция, которая будет полезна для родителей, которые хотят контролировать время нахождения своего телефонка за смартфоном, а конкретно посмотреть, сколько он в течение сегодняшнего дня, там или последние, как бы, предыдущие дни сидел в телефоне, чтобы можно было применить какие-то там наказания, ну или вообще, как бы, просто запретить данный девайс у ребенка, чтобы он начал там учиться, да. Я буду показывать на телефоне Android, то есть у меня телефон Android и у моего ребенка Android, да, то есть на iPhone я, как бы, сделал отдельную инструкцию. На телефонах Android в настройках есть стандартное приложение, которое называется «Цифровое благополучие, родительский контроль». И здесь, зайдя в него, то есть у вас должна быть вот такая вот картиночка, да, то есть вот я ее снял перед видео. То есть у вас здесь такая круговая диаграмма, которая показывает примерно количество проведенного времени за последние 24 часа, да, то есть, ну, или за сегодняшний, за вчерашний день и так далее, в приложениях. То есть, ну, вот, допустим, за сегодняшний день, то есть я в телефоне провел 3 часа 24 минуты, большая часть времени у меня был открыт WhatsApp, там игрушка, ВК, телефон звонил мне, там и какие-то другие приложения, то есть зайдя туда, там можно будет, как бы, посмотреть. Но когда я вчера зашел к своему ребенку, да, то есть у него не было ничего, то есть он у меня достаточно хитрый, и что он там наделал, он говорит, я уже не помню, ну, короче, как бы не хотел он показывать, как он это сделал. Да, он на самом деле и сам уже, говорит, не помнил, что сделал. Говорит, нажимал на все кнопки, удалял что-то, устанавливал и так далее. В интернете я не нашел никакой инструкции, как это делается. И подумал, что это будет интересно. То есть данной инструкции мы научимся включать, отключать и, самое главное, скрывать, как бы, ну, цифровой, получать благополучие, отчеты от родителей, да, то есть, ну, данная инструкция, как бы, по факту, то есть, отвечает на все три вопроса, поэтому, если ее родитель наш найдет, то есть, как бы, вы от него не спрячетесь. Вот, продолжаем. Я, зайдя сюда, то есть, начал лазить во все, какие только здесь есть настройки, заходил, сбрасывал, читал инструкции в ру сегменте, в ком сегменте, везде какая-то, короче, ересь, да, там, все друг друга переписывают статьи. В итоге, совершенно случайным образом, начал перебирать все, какие вообще, возможно, пути есть, да, то есть, заходил в приложения, все приложения находил, этот цифровое благополучие, чистил кэш, удалял, устанавливал, короче, нифига. В итоге все оказалось намного проще. То есть, зайдя в цифровое благополучие, переходим в панель инструментов, так как данные приложение собирает информацию, да, то есть, как бы, здесь нужно было зайти в само цифровое благополучие и разрешить доступ к истории. То есть у нас появляется вот такое вот, получается, сообщение, да, то есть, как бы, предупреждающее об угрозе. То есть мы сейчас ждем, сколько там, 4 секунды, все уже, да, нажимаем «Я согласен», нажимаем «Ок», переходим, бабах, и у нас видно цифровое благополучие. Ну, то есть, вот, зайдя сюда, да, то есть, можно уже примерно посмотреть, то есть, как бы, да, то есть, можно даже там, допустим, приложение «Количество запусков», то есть, 23 раза сегодня запускал WhatsApp, 200 уведомлений получал, время использования 1:13, да, то есть, как бы, там, игрушку, там, 20 минут, 8 минут, то есть, на самом деле, достаточно интересное приложение, оно позволяет контролировать ваших детей. То есть, я после того, как вчера проверил, что у меня ребенок за вчерашний день сидел в YouTube 3 часа, привет, Жорик. Инструкция сделана только ради тебя и других родителей. Теперь он у меня будет в день читать как минимум 1,5 часа литературу. То есть, как бы, ну, чтобы, так сказать, были сняты с него санкции. Какое сейчас у нас модное слово. Поэтому я надеюсь, другим родителям будет интересно. То есть, если от вас дети что-то скрывают, да, то есть, заходите в свое благополучие и смотрите, сколько они сидят. То есть, если приложение больше там 3 часов, я бы на самом деле все блокировал. Ну, а дальше получается, как бы, все. То есть, вот такая вот, вроде бы, и простая инструкция, но на нее я достаточно вчера потратил большое количество времени. И сейчас, как бы, после того, как я выложу в интернет на свой YouTube канал, да, на который я вам советую подписаться, потому что я в основном, как бы, хорошо, ну, как бы, полезный контент, да, то есть такой уникальный размещаю, то есть он полезный. Ну и также он появится на моем сайте Nibble, да, то есть новостной, большое количество обзоров, информации, лайфхаков и так далее. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Виталий Nibble. Всем пока!